Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как идет игра Devil May Cry 5 на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим на графику, посмотрим, какой здесь у нас FPS. Ну и, конечно же, на управление геймпада, ведь эта игра 8,3 гигабайта. Давайте запустим. Ну и посмотрим, насколько быстро загрузится у нас данная игра. Данную игру я скачал с Microsoft Store бесплатно, это демо-версия, то есть и вы тоже сможете скачать данную игру и попробовать, как она у нас вообще идет на консолях Series S и Series X. Данная игра идет в разрешении 900p и 60 fps. Да, хотелось бы, конечно, Full HD, но и 900p и 60, главное, тоже, это даже очень хорошо. Так, ждем загрузочки, ну и мы, в принципе, уже в игре. По настроечкам здесь нечего прибегаться абсолютно, за исключением яркости и звука, это будет каждый под себя настраивать. Но по поводу игры скажу, что игра полностью на русском языке, за исключением озвучки. Озвучка здесь на английском, ну или можно поставить на японском, кто как хочет. Новая игра, ну и погнали. Посмотрим, быстро она загрузится в игру в саму или же нет. Ни разу я не играл ни в одну из частей Devil May Cry. То есть я не знаю вообще про что игра, но приблизительно плюс-минус-то я знаю о чем, но вообще ни разу не играл. По поводу, кстати, графики, посмотрите, как красиво. Очень красивая графика, кстати. Хотя 900p, все равно хорошо. Так, смотрите, как выглядит наш персонаж. Да, видны лесенки даже на самом персонаже, да, видно, что... Вдали немножко мыльцо, да и тоже вот текстуры такие все мыльные. Но опять же, повторяюсь, тоже очень сильно видны лесенки даже, вот посмотрите. Текстурки, кстати, неплохие, хоть и мыльные, да, тоже вот посмотрите. Отражение, тоже видно, что как бы дождь идет, капли, видите, падают. И все довольно-таки такое мокренькое здесь. Ну и пойдемте, все. Пойдемте побьемся. Подеремся. Жесть, что это такое? Ну и бардак. Так. Нажмите Б, бичья дьявол. Так, бичья дьявола. Отлично, смотри, разрушаются. Класс, можно тут немножко разрушить? Нет, это понятно, с пистолета бить. А, можно с меча побить. Воу, 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 полегче, полегче. Это понятно, с кулака бить. Это понятно, с меча бить, неужели? Так, по поводу текстур. Вот, посмотрите, текстурки. То есть, да, очень сильно видно мыльцо. Очень сильно видно мыльцо, что 900p видно лесенки, вот, посмотрите, да? Но главный персонаж очень хорошо проработан, красиво выглядит. Ну, он, понятно, он так и должен выглядеть. Так, можно это пропустить? Можно это пропустить, отлично. Нажмите B, чтобы атаковать бич дьявола. Получение урона во время этой атаки уничтожит используемый бич дьявола. Удерживание, а затем отпустите B. Это понятно, ну погнали. Воу, с кулака просто стащил. Чё это вообще? На ракету какую-то заскочил. Воу. Класс. С пистолета также можно пострелять, видите. Не обязательно с меча драться. То есть, такое, знаете. Я вообще, ну, приблизительно понимаю, про что игра. Красная сфера, магический красный камень, демонической крови можно обменять на оружие и навыки. По идее, я, получается, какой-то демон, вроде как. Или из ада что-то там. Ну, я вроде смотрел повествование про эту игру. Что-то немножко понял. Но, опять же, поправьте меня в комментариях, кто знает точно про данную игру. Все, обязательно пишите. У-ху, полетел. Прикольно, кстати. Необычно так все. Ты вроде бы должен драться с ними, а не летать. И все равно, как бы, и дерешься, и летаешь. Класс. Удержите, затем отпустите поглощение бич дьявола. Отлично. Давайте. Я хочу на мече подраться. Зачем мне меч, если я им не дерусь? Хочу подраться немножко. Сложность здесь у меня стоит нормальная. То есть не самая низкая и не самая максимальная. Класс, класс. Прикольно. То, что тоже здесь можно вот так вот пострелять, это на самом деле интересно очень. Ну, получи. Ну, можно ударить. Хорошо. Ты куда там замахнулся своей ручкой, дружочек? Смотри, у него какая-то сзади штука. Что это такое? Какой-то таракан. Что это вообще? По идее, это всякие какие-то из ада пришедшие. Если я правильно понял. Пропустить, пожалуйста, можно? Спасибо. Посмотрим, еще побегаем по поводу вот отражения. Вот посмотрите, как отражение выглядит от здания в лужах. То есть, вот такое вот.
Даже видно, что капельки падают. Да, вот лесенки, вот если смотреть на этот столб с такого расстояния, то видно лесенки. То есть, да, лесенки здесь присутствуют. Но опять же, 900 пиф, даже не Full HD. Поэтому как бы так. Ну-ка, будет наше отражение? Нет? Наших отражений нет. Ну ладно, ну ладно. Вот эти машинка, кстати, можно побить ее. Тоже она, видите, получает урон, и она потихоньку разрушается. То есть здесь разрушение тоже имеется. Кстати, можно ее с вот этого удара сделать. Да, я так и думал, что она бахнет в итоге. Красиво. Паркур у нас здесь вообще имеется или нет? Нажмите ЛБ. Поглощает один бич дьявола. Закрыть. Отлично. Убойная штука. Отлично. Так, можно вот эту вот машинку поломать? Что-то она не ломается. Класс, полетели. На руке летаю, кстати, держу в курсе. Я только сейчас заметил, что я руку отрываю свою и на руке летаю. Ладно, отпусти. Хорош. Воу. Красиво. Зеленая сфера, отлично. Магический зеленый камень кристаллизированной демонической жидкости. Подобрать сферу, можно восстановить часть здоровья. Понял. Спасибо. Так, это мы поломали, уже уничтожили. Нет, довольно-таки интересная на самом деле игра в таком вот стиле. То есть побегать, поубивать, что-то наподобие, знаете, наверное, первых трех частей God of War, возможно. Нажмите RB во время прыжка. А, вот оно что. Также во время прыжков. Класс. Класс. А можно во время прыжка мне стрелять? Да, можно, класс. Еще и зависает в воздухе от этого. Нажмите... Так, это понятно. А что я RB и B нажимаю сразу, оно не активируется. Почему? А, все активировалось. Можно мечом побить? Я хочу мечом побить. Зачем мне меч, если я им не дерусь? Правильно. Это, кстати, мне здоровье вообще практически не сносит. Хотя средний уровень сложности не самый низкий. По идее, должны сносить все-таки. Но почему-то не сносят. Кстати, по поводу управления, довольно-таки все отзывчиво, кстати. Вообще сейчас пока ни разу не заметил, чтобы что-то, то есть со временем как-то нажималось, да, в том плане, что тут все довольно-таки стабильно. То есть input lag вообще никакого нет, все довольно-таки хорошо играется. То есть геймпад вообще не вызывает сомнений в данной игре, абсолютно. Да убейся ты, что так долго убивать? Все. Воу, да спрыгни ты уже. Да спрыгни ты уже. Хочу ударить просто. Смотри. Бьет. Прикольно. Все, убил. И довольно-таки, ребят, стабильные 60 FPS. Хотя вы видите, что происходит на экране. То есть, довольно-таки не слабые драки, да. То есть, довольно-таки все часто происходит, что экшен, взрывы, вот это вот все, драки, вот это вот все. Бегу везде. То есть, очень-очень хорошо здесь все. По стабильности 60 FPS. При использовании герберы нажмите B или LS плюс B. Нажмите B, чтобы отстрелить взрывной волной. Нажмите LS плюс B, чтобы быстрее передвигаться. Закрыть. Ага. Понял. Советы. Если у вас заканчивается бичи дьявола, поищите их на уровне. Все. Видите, как быстро загружается. Видите, как очень быстро загружается. Да, вот, кстати, посмотрите на эти шторы, тюли, как правильно называется. И они, да, шевелятся, но все-таки посмотрите, как они выполнены в том плане, что здесь лесенки видны даже на них. Но опять же, придираться к такому, в такой игре, я думаю, никто не будет к текстурам придираться в данном жанре игры. Вот, серьезно, посмотри, как ломается все. Ну, давай драться. Не, вот реально, управление очень здесь отзывчивое, прям очень. Ну и 60 FPS, опять же, вы все видите, то есть все тут хорошо играется. Все плавненько. Да, я тебя ударю, ты что, дурной? О, вот это вот мне нужно забрать зелененькую штучку, наверное, да, он даст? У него жопка зелененькая, наверное, он даже зелененькую штучку, чтобы мне ХП восстановить. Отлично, какой здесь экшон, просто месишь и все. Без разницы, на какие кнопки нажимать, вообще без разницы, просто месишь и все. Класс. И можно с пистолета пострелять, и можно с меча побить, ну красиво же. Да что такое? Пошел вон.
Размесил просто. В щепки, в кашу просто. Сколько их еще тут будет? Красиво, красиво. Да, конечно, мыльненькие немножко противники, когда вот они на дальнем расстоянии находятся. Когда они ближе подходят, да, немножко они более детализированы становятся. Но опять же, это не столь здесь важно. Пошел вон. Замечательно. Отлично просто. Да куда ты встаешь? Куда ты встаешь? Хватит вставать уже. Хватит. Ну что, ребят, как-то вот так вот идет игра Devil May Cry 5 на Xbox Series S. Собственно, скорость загрузки видели, довольно-таки быстро все загружается. Стабильные 60 FPS при разрешении 900p, да. По поводу отзывчивости управления, все довольно-таки стабильно, без input lag'а абсолютно все довольно-таки хорошо играется. Ну и текстуры вы тоже сами все видели. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк, ну и, конечно же, подписаться на канал. Подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Дискорд-серверу, подписаться на мой Инстаграм. Также можешь стать моим спонсором, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока, скоро увидимся.